Привет всем, кто зашел на мой канал. Интересно, кто-то досматривает видео до этого момента? Хочу вам показать паштет печеночный, который у меня получился. Вот так он выглядит. Я знаю, не очень аппетитно, но на самом деле очень вкусно. Я знаю, печень любят не все, но я вхожу в число людей, которые печень любят. Смотрите, сколько у меня получилось. Такой немаленький контейнер. Сегодня у Лисы день рождения. Лиса — это моя собака. Йоркширский терьер. На прошлый день рождения я ей делала торт. Понятное дело, из собачьих ингредиентов. Короче, из еды, которую можно собакам. Это всякие собачьи паштеты, вкусняшки. Я делала торт. По-моему, даже есть видео где-то на канале. Да, 100% есть. И мы ей дарили игрушку. В этот раз мы еще ничего не делали, ничего не дарили. И если мы успеем в зоомагазин, то, наверное, и в этот раз сделаем. Вот эти восхитительные крекеры я уже отрезала начало пачки, потому что пачка большая. И оно мне мешалось. Ну, в общем, это крекеры Яшкино. Классические. И вот эти крекеры восхитительные. Они очень вкусные. Даже сами по себе. А тут еще и с паштетом. Это вообще не представляете, как вкусно. Я уже довольно-таки давно не выхожу в прямые эфиры. Картину клеить не хочу, нет настроения и желания. А готовить пока не знаю, что готовить. Для пирожков нет начинки. На варенике уже несколько дней забываю разморозить тесто. Окрошка. На окрошку нет колбасы. Последние дни я как-то себя чувствую не очень. Какая-то я очень вялая, неактивная. Не знаю. Что-то со мной не то. Кстати, насчет кондиционера. Мы все-таки нашли, как его включить. У нас просто нет пульта на кондиционер. Но мы, в общем, нашли через телефон пульт. Теперь у нас дома еще работает кондиционер. Так что стало намного лучше. Я думаю, это видео можно заканчивать. Если что, вставлю сюда кадры с Лисиным тортом. Или, может быть, подарком для Лисы.
Ну а на этом у меня все. Спасибо за ваши просмотры, подписки, лайки, комментарии. И всем пока.